Друзья, всем большой привет! Сегодня у меня будет небольшой обзор покупочек из магазина Fix Price. Итак, губки для мытья посуды. 8 штук, 25 рублей. Дальше идем. Взяла себе вот такие вот наколенники. Стоимость 99 рублей. Крепится на ноге с помощью легко регулируемых застежек. Давайте посмотрим. Я взяла их, знаете, для чего? Я так подумала, я ж теперь садоводник-огородник. И мне нужно будет ползать в грядках. Все время на корточках тяжело сидеть. Поэтому я решила, что я возьму себе вот такие вот наколеннички и буду ползать на коленях. Это гораздо удобнее. Можно встать на коленки, да, и ползти. Еще я взяла такие наколенники для того, чтобы было удобно собирать ягоды. Я особо не любитель собирать ягоды, но иногда могу сходить там на болото за клюквой. Ну так, для себя могу набрать немножко за черникой. Вот. Тоже, думаю, будет очень удобно использовать такие наколенники. Вот, решила, что надо попробовать. Думаю, что мне так. Потому что я не могу долго на корточках сидеть. У меня сводит ноги в коленях. Не знаю, может, я одна, конечно, такая. И также не могу долго стоять в наклонку, потому что потом у меня болит поясница. Вот. Попробую, посмотрю. Ну, думаю, что будет классно. Они такие толстые, мягкие. Как раз. Можно, не боясь, ползать на коленях. Вот. Так, идем дальше. Это я в сторонку. Я сказала, да, стоимость 99 рублей. Ну, это стандартный набор. Салфетки влажные. 77 рублей, 130 штук. Еще одни салфетки влажные. Я также их постоянно беру. Я уже говорила это не в одном обзоре. Стоимость данных салфеток 50 рублей. В упаковке 60 штук. С мицеллярной водой, гелем алоэ, ионами серебра. Они действительно более влажные, чем вот эти салфетки. Ну, эти тоже нам иногда монитор протираем на компьютере. В общем, так, для бытовых нужд руки, да, то да сё. В общем, и этими пользуемся. Отлично они у нас идут в ход. Дальше взяла на свой страх и риск вот такую вот компьютерную мышку. Беспроводную оптическую. Стоимость ее 199 рублей. Работает от батарейки АА. Батарейка в комплект не входит. Мышь компактная. Это я взяла Аринки. Она сейчас у нас учится. Ну, как и все дети. Учится удаленно. Попробуем, посмотрим. Я сейчас распаковывать не буду. А хотя, что же не буду. Андрюшка, ну-ка проверь-ка мышку, а мы потом скажем, как она. Дальше, друзья, взяла вот такую вот игру. Деревянная башня. Стоимость такой игры 199 рублей. Здесь 48 блоков. Распакуем. Я думаю, многие видели эту игру, и у многих она есть в фикс-прайсе. Я взяла ее, чтобы нам коротать вечера. Все-таки семейная игра. Собираться будем всей семьей. Думаю, Орехе будет интересно. Вот. Ну, потом планирую, если ей надоест. Конечно же, я ее взяла не просто так. У меня своя задумка. Поделки, переделки, фикс прайс. Я из этих блоков сделаю поделочку. В общем, просто так они валяться у меня не будут. Я думаю, что смысл-то игры понятен, да? Вот видите, данная игра для двух и более игроков. Думаю, что мы будем весело проводить время. Игра простая, незамысловатая. Ой, тут все просто. Постройте башню, кладите по 3 бруска на каждый уровень. Не забывайте менять направление брусков. В общем, ну, думаю, что здесь и так все понятно. Я читать не буду. Вот инструкция. Дальше взяла бананы сушеные. Не раньше я их не видела в фикс-прайсе. Цену, к сожалению, я не помню, потому что я куда-то задевала чек. Мне его не найти.
Вот, не скажу, ну сколько рублей может 77 стоит, не знаю, 55. Сейчас мы вскроем и попробуем. Смотрите, вот так они выглядят. Выглядят вроде неплохо. Вот. Аромат у них приятный. Слушайте, вкусно. В упаковке 70 грамм. Сколько тут бананчиков? Сейчас скажу. Вот видите, в упаковке получается 4 банана. Один я уже съела. Вот это вот новинка в нашем магазине. Набор маленьких эластичных крышек от компании Kitchen, от фирмы Kitchen. Я взяла себе маленькие. У нас там еще есть, стоят они 77 рублей. В магазин завезли еще также большие. У меня здесь 4 крышки в упаковке. Растягиваются данные крышки. Сейчас я их вскрою, посмотрю. Данные крышки чем хороши? Их можно использовать... Так, я шуршу, да? Давайте вот так сделаем. Данные крышки чем хороши? Они легко моются. Их можно использовать в морозильной камере. Экономичные. Могут заменить пищевую пленку и прослужат долго. Эти крышки универсальны. Их можно использовать для чашек, банок, салатников. И даже половинок продуктов от защиты от заветривания. Получается, да, яблочко надрезали. Крышку завернули. Я, правда, не представляю, как это. Надо будет попробовать. А вообще, вот у меня есть стаканчик. Ну-ка, сейчас попробуем. О, слушайте, неплохо. На мои бутылки трехлитровые, на мои банки трехлитровые, как раз-таки у меня беда с крышками. А я молоко храню в трехлитровых банках. Слушайте, вот, смотрите, вообще супер. Вот что получается. Нормально так. Легко снимается. Отличненько. Упаковочки, я уже говорила, 4 штуки. Есть побольше размеры. Вообще, я эти крышки увидела изначально. Я даже в Фикспрайсе их не видела. Увидела на канале у Ольги Рябовой. Она там тоже показывала покупки из магазина Фикспрайс. Но она взяла себе большие крышки. Вот. Ну ничего, Ольга, если будешь смотреть, не расстраивайся. Такие большие крышки будешь натягивать на тарелки, на большие салатники. Вот и все. Следующая моя покупка — это вот такая вот емкость для блендера. Мой стаканчик у блендера, к сожалению, треснул. Когда я увидела этот стаканчик, естественно, я не смогла пройти мимо, я его себе приобрела. В общем, вот, двойная крышка от защиты от брызгов. Противоскользящие вот вставки на дне, да, также имеется у него, вот, видите, ситечко. Вот оно. Стаканчик удобный. Сейчас, кстати, я попробую, у меня здесь есть блендер, заодно и примерить его. Немножечко подниму камеру. Так, стоимость такого стакана 149 рублей. Можно даже, да, вот эту крышку оставляем. Блендер погрузили. Бжих-бжих, бах-бах. Чжжж. Натворили там, что нам надо, намесили. Вот, стаканчик хороший. Видите, тут еще имеется мерная шкала. Объем такого стакана 1,5 литра. Состав полипропилен. Ну, друзья, и что? Последняя моя покупка на сегодня. Арина у меня ее ждет, уже не дождется. Наконец-то мы ее дождались. У нас в нашем магазине долго не было. Это вот такой вот кукольный домик. Стоимость его 199 рублей. Посмотрим, что внутри. А внутри вот один голимый пластик. Сейчас мы высыпем. Посмотрим. Домик продается без мебели. Мебель нужно покупать отдельно. Но...
Скажу вам, в нашем магазине мебели нету, в нашем фикс-прайсе. Видимо, она еще не доехала до нас. Так, тут есть какая-нибудь инструкция? Что мы имеем? Это крыша. Вот она, инструкция. Имеется к домику. Домик картонный. Вот, видите, здесь картинки различные. Это, видимо, полы в комнаты, фасады. Тут тоже, видите, паркет. Здесь линолеум у нас. Ну и вот комплектующие к самому домику. Это у нас заборчики, да? Ну что, это мы все будем собирать. Ариша с папой будет собирать. Она уже ждет. Папа говорит, чего не хочет. Ладно, Ариша со мной это соберет. Конструктор, папа, ты должен дом построить. Ты же мужчина, мужчина дом. Мужчина строит дом. Сама построишь. Ладно, хорошо. Так, идем дальше. Что я еще хотела сказать? У меня, смотрю, уже видео затянулось. Думала, я как-то быстрее все уложусь. Хотела в этом видео сделать переделку данного ежика. Ежик куплен также в магазине Фикс Прайс. Я его ранее показывала. Стоимость его 99 рублей. Я его взяла на переделку. Но поскольку это будет такое видео, небольшой мастер-класс, думаю, что тогда будет это видео очень длинное. Поэтому следующее видео будет с этим ежиком. Я покажу, как я его переделаю. И что из этого получится, мне самой интересно. У меня есть одна задумка, одна идея, которую я увидела в интернете. Картинка. Вот. Там похожий ежик. И я хочу его... В общем, я увидела эту картинку. Увидела ежика в магазине. У меня тут пазлы сразу же совпали. Звезды сошлись. Я его приобрела для переделки. Ну а что из него получится, я покажу уже в следующем видео. На этом обзор моих покупок подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Друзья, вот такой вот у нас с Аришкой получился домик. Мы его собирали без инструкции, поэтому много раз переделывали. Домик продается без мебели, как я уже и говорила. Сюда мы сделаем мебель сами. Будет очень даже интересно, что у нас получится. Ну, а мы говорим всем спасибо за просмотр и пока-пока! Пока! Пока!